В Орске финишный слой асфальта уложили на улицах Урожайной, Куйбышева и по автобусному маршруту от улицы 1 мая до Малишевского, сообщает администрация города. Также на улице Куйбышева обустраивают парковку, а на улице Урожайной и по автобусному маршруту продолжается планировка обочин. На улице Карельской укладывают выравнивающий слой асфальта и завершают установку бордюров. Обновление полотна на улице Нефтяников продолжится после завершения ремонта теплотрассы. На улице Братской подрядчик демонтирует бордюры и готовит дорогу к ремонту. Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Орске обновят более 8 километров дорожного покрытия.